Жестокости по отношению к детям в нашем регионе стало больше. Специалисты связывают подобную ситуацию со сложной политической обстановкой. Это порождает агрессию у взрослых, и свой негатив они вымещают на детях. Кроме того, многие родители преувеличивают ценность физического наказания. В областной думе собралась специальная комиссия. Обсудили жестокое отношение с детьми в семье и роль образовательных учреждений в профилактике этого вопроса. По словам уполномоченного по правам ребенка, в 2014 году преступлений в отношении несовершеннолетних было зарегистрировано в 2,5 раза больше, чем в 2013. В разы увеличилось количество обращений в аппарат уполномоченного. Стоит признать, что ситуация тревожная, ведь в большинстве случаев факты насилия над детьми и вовсе замалчиваются. И если с неблагополучными семьями работают социальные службы, то ситуацию в благополучной семье должна отслеживать образовательное учреждение. В качестве инициативы сейчас рассматривается вопрос об уголовном наказании для тех, кто знал о фактах насилия над детьми, но умолчал. Речь здесь идет в том числе об учителях и воспитателях. Также настоятельно рекомендуется уточнить на уровне федерального закона такой термин, как «жестокое обращение». У органов опеки возникают иногда ситуации, когда они не могут, например, изъять ребенка из семьи, потому что вот эта размытость термина, она не представляет возможности делать этого. И с другой стороны, если четко прописать сам термин, тогда мы и семью ограждаем от, допустим, внедрения в их частную жизнь.